Добрый день, друзья, уважаемые музыканты и гитаристы, в частности, музыканты, играющие на акустической гитаре. Буквально вчера у меня случился такая ситуация, случилась, когда пришел товарищ с акустической гитарой. Сигнал с гитары слабенький, включаем его, усиливаем и получаем довольно большой уровень шума. А что так, говорю, шумит-то, дружище? Он говорит, а в других местах не шумит. Ну, это аргумент известный. Начинаем выяснять, и выясняется традиционно, что тело музыканта играет роль антенны. Стоит заземлить тело на массу, как моментально шум исчезает. А, дружочек, говорю, приходилось ли тебе играть на электрогитаре? Да, говорит, конечно. Эффект такой известен, что как только пальчиками прикасаешься к струнам гитары, сразу шум этот ужасный пропадает. Да, конечно. Почему? Потому что струны заземлены. Это всем известно. А вот на акустической гитаре они не заземлены. И это реально трагедия. Как заземлить струны на акустической гитаре? Значит, берем традиционный пьезозвукосниматель. Вот он. Практически всегда на всех гитарах в базе или покупаемой он не металлический, вот такой, как здесь, медяшечка. Вот показываю, она только проводящая. Нолик, видите? Вот. А в черной изолирующей термоусадочке. Аккуратненько, аккуратненько. Эту термоусадочку срезаем и удаляем. Нахрен она нам не нужна. Вот нахрен. Теперь, как правило, порожек нижний. Из беленькой или желтенькой пластмассы, только не проводящей, опять-таки. Покупаем на eBay или где-нибудь еще углепластиковый порожек. Углепластик имеет интересное свойство. Он ток проводит, электричество проводит. Вот, видите, нолик. То есть углепластик проводит электричество. И это прекрасно. Теперь, поскольку металлическая часть пьезозвукоснимателя, корпуса звукоснимателя, всегда замкнута на массу, и иначе не бывает, мы между струнами и звукоснимателем ставим порожек, который ток проводит. В результате, когда у нас струна ложится на нее, сейчас продемонстрирую. Когда у нас струна на него ложится, вот мы положили на него струну, смотрим, что получается. Положили на него струну. Ну, мне сейчас тяжело это дело сделать двумя руками так без закрепления. Но поверьте мне, струны оказываются заземленными. В итоге, играя на акустической гитаре, музыкант пользуется всеми преимуществами электрогитары в плане заземленности струн. И свое тело, стоит ему коснуться струн, тоже заземляет. Никакого шума нету. Всем счастья, здоровья, пользуйтесь углепластиковыми порожками. Должен предупредить, что частенько черные порожки не углепластиковые продаются, а просто пластмассовые. Поэтому в магазин с тестером. Счастья вам, здоровья, проверяйте и будьте не шумящими.